Всем привет, ребята! Сегодня поговорим о типах дальнобойщиков. Да нечего делать, будем что-то снимать и рассказывать. Итак, типы дальнобойщика — это чисто мое наблюдение. Когда стоишь на паркинге, то есть смотришь по сторонам, говоришь с людьми. Итак, поехали. Тип дальнобойщика — бухарь. То есть тот, который не успел встать на паузу, то есть он одной рукой ставит паузу, закрывает смену, другой уже там достает пиво, открывает пиво, выскакивает с машины, сразу резко из взгляда, с кем бы бахнуть. У него всегда где-то водочка есть. Ну и если 45 часов, то каждая пятница он в говно. Так, дальше. Это у нас был бухарь. Теперь следующий тип дальнобойщика — это у нас будет пихарь. А пихарь у нас — это человек, который после знакомства с вами где-то что-то вы поговорили, и только заходит разговор о женщинах, то есть может даже не вы начнете этот разговор, а он будет рассказывать, что у него были связи и с сестрой жены, и с кумой, и с сестрой кумы, и пол деревни, и пол города, и пол массива, и, ну, короче, где он выгружался, где он загружался, везде его ждут, везде за ним плачут девки, и он умеет их удовлетворить. Так, поехали дальше. Следующий тип дальнобойщика — это у нас дальнобойщик-барабашка. А дальнобойщик-барабашка, сука, всегда грязный, блядь. Вот когда выходит с машины, за ним там, я не знаю, сыпется, блин, труха, солома, болото. Не стриженный, не мытый. Ну, не стриженный, ладно, полбеды. Я часто стригусь, у меня вот сейчас за месяц тоже отросло. Но я хоть голову мою. Он не моет, у него там такая солома. Под ногтями я вообще молчу, что там делается. Но барабашки всегда дружелюбные. Они всегда придут на помощь, выслушают вас. И почему-то всегда норовят тебя угостить чем-то вкусненьким. И говорит: на, вот, скушай. Ты смотришь на эти немытые руки, это болото под ногтями. И аппетит пропадает. Ладно, есть такие. Поехали дальше. Следующий тип дальнобойщика — дальнобойщик-дознаватель. Этот человек у вас будет выпрашивать, сколько у вас зарплата, сколько у вас вычитают за топливо, сколько то, сколько сё, сколько ты тратишь за поездку, сколько ты тратишь за каденцию. Сколько у тебя каденция, насколько ты ездишь домой, как долго ты спишь, сколько у тебя девяток, сколько у тебя десяток. Ну, короче, ужас. Сколько машина жрет топлива и так далее, и тому подобное. То есть человек просто вас завалит вопросами. Да, есть еще такой. Есть дальнобойщик братушка. Этот, не зная тебя... А если он еще наполовину бухарь, он тебе расскажет, как он тебя любит, он будет тебя обнимать и тебе рассказывать, какой ты классный парень. И давай, иди к нему на фирму, он тебя устроит, чуть ли не он тебе зарплату будет платить, у него все на фирме схвачено. А если он еще и после бухаря еще на треть пихарь, и он с бухгалтершей мутит. Это вообще, блин, вы там будете с ним в шоколаде. Ну и, конечно, есть дальнобойщик вменяемый, так сказать. То есть человек
с которым всегда можно найти общий язык, поговорить и о семье, и о политике, и о машине, и о природе, и о зверях. Ну, короче, на любые темы, то есть с человеком приятно пообщаться, что-то для себя узнать новое, что-то ему рассказать. Но такой дальнобойщик встречается очень редко. В основном барабашки, бухари и пихари. Ну все, всем удачи. Если я о ком-то забыл, напишите, может, еще какой-то тип есть.